вами Настя, мы сидим суши с огурчиком, с, ну, васаби. С васаби. И наш есть соус. Мы еще потом замочим в соус. И еще мы, вот смотрите, мы еще потом возьмем вот это. Ну, имбирь. Ну, вы понимаете. Так что мы начинаем. Берем с огурчиком. Ложим. Берем васаби. Берем васаби. Вот столько. Так. Вот столько берем сейчас. Вот столько. Берем вот столько васаби. И накладываем на огурчики. Ну, намазываем, налаживаем. Какая разница? Мы чуть-чуть вообще. Вот так. Вот так. А это мы обратно положим. Обратно! Уйди! Теперь мы берем. Ну вот, видите, у меня тут очень много васаби. Теперь мы сначала возьмем вот это. Слушайте, у меня тут запуталось все. Высоко. И накладываем на васаби. Теперь мы берем палочки и, как вы думаете, что мы делаем? Мы берем и, как вы понимаете, мы макаем. Опа, он ставит. Ждем, пока оно пропитается. Вы понимаете, зачем? Чтобы оно питалось. Мы сейчас сделаем вот так красиво все. Чтобы было красиво. Вот так. Все. Теперь мы берем и грызаем. Как вы видите, вот. Вот весь соус. Он что там покакал. Фу. Ну, не... Да! У меня упал. Это очень остро. Так что я себе это приготовила крабовую палочку для этого. Это очень остро. Я впервые в жизни ем васаби. Вот и всем пока. Подписывайтесь на канал. А я, пожалуй, это все смывать. Всем пока.